Добрый день, дорогие друзья! Как мы и обещали, сегодня мы хотим поделиться с вами потрясающими новостями, которые совсем скоро произойдут в компании Oriflame. Наша компания, безусловно, известна как шведский эксперт в области косметических продуктов, уход за лицом, wellness, парфюмерия, декоративная косметика. Целое портфолио косметических продуктов, которое позволит вам воплотить мечты о красоте. Но еще одна замечательная возможность, по которой вы сотрудничаете с компанией Oriflame, это наши бизнес-возможности, которые вы используете, чтобы сделать свою жизнь и жизнь вашей семьи гораздо лучше. Мы предлагаем возможности дохода, которыми может воспользоваться каждый человек. Но еще что важно в возможностях компании Oriflame, это замечательная возможность путешествовать по всему свету, посещая заграничные, зарубежные конференции компании Oriflame. Мы предлагаем вам посетить конференции золотые, бриллиантовые, а с недавнего времени еще и менеджерские конференции. Давайте поговорим о том, в какие страны мы совсем скоро отправимся вместе с компанией Oriflame. Итак, совсем скоро мы отправимся на золотую конференцию, которые пройдут в одном регионе в Анталии, в Турции, в другом регионе на Кипре и в Сочи. Так что давайте не будем забывать, что совсем скоро мы уже поприветствуем наших золотых директоров и менеджеров на золотых и менеджерских конференциях 2016 года. Но сегодня я хотел бы с вами поговорить о других конференциях, которые произойдут позже, квалификация на которые начнется совсем скоро. И на этой карте я покажу вам все страны, которые именно у вас есть возможность посетить вместе с компанией Oriflame. Ну что ж, давайте начнем. Вы готовы к потрясающим новостям о наших будущих конференциях в Oriflame? Путешествовать в следующем году мы начнем с юбилейной конференции, посвященной 50-летию Oriflame. Это мероприятие поднимет на новый уровень само понятие конференция Oriflame. Ранее мы проводили исполнительные и бриллиантовые конференции в начале года, а в этот раз мы говорим новое слово в индустрии, проводя объединенную юбилейную конференцию. Что делает ее особенной? То, что впервые за долгое время мы отправляемся в Соединенные Штаты Америки. Мы объединимся с нашими исполнительными и бриллиантовыми директорами для того, чтобы начать празднование юбилея компании. И это произойдет в Майами, в очень роскошном месте, а именно в курортном спа-отеле, находящемся нигде иначе, как в Голливуде. Это уникальный опыт, но роскошь на этом не заканчивается. Приветственный ужин пройдет на одном из самых известных пляжей мира, Никки Бич, который в этот вечер будет полностью закрыт для всех и зарезервирован лишь для нас. Нас ждет очень мотивирующее бизнес-мероприятие с очень особенным приглашенным спикером, о чем вы в дальнейшем узнаете побольше. И, конечно же, Майами, Флорида. Огромное количество предложений есть у этого замечательного региона. Давайте я просто вам напомню хотя бы студия Universal, Disneyland, космический центр Кеннеди. И вы, как участник юбилейной конференции Oriflame в Майами, воспользуйтесь возможностями посетить все эти потрясающие достопримечательности. Итак, Oriflame приглашает вас на юбилейную конференцию в Майами. Пожалуйста, не упустите эту возможность. И я напоминаю, что каталог номер 12, текущий каталог, это последний каталог квалификаций на эту потрясающую конференцию в Майами. Увидимся там. Итак, мы начнем год с юбилейной конференции в Майами.
Но также важно помнить еще про одну замечательную конференцию, которая пройдет на юбилейном круизе. 25 лет назад, когда компания праздновала свое 25-летие, сооснователи компании Роберт и Йонас Афьокник пригласили лучших лидеров в круиз, который, конечно же, оказался очень незабываемым. И тогда они объявили, что когда компании исполнится 50 лет, они сделают такой круиз, который превзойдет 25-летний по всем показателям. И именно сейчас братья Афьокник приглашают всех наших лидеров вместе отметить 50-летие компании в рамках невероятного круиза. Но компания празднует такой успех, что нам просто не хватит одного лайнера. И Oriflame приглашает вас на круиз, который пройдет на сразу двух лайнерах, объединяющих в сумме 6000 участников этой конференции. В рамках этого круиза мы посетим два континента, три страны, четыре различных города вместе на двух круизных лайнерах. И на самом деле это означает, что наши золотые конференции поднимаются на абсолютно новый уровень. Теперь участники золотой конференции испытают, что значит бриллиантовая конференция. Итак, добро пожаловать на этот круиз. Это будет что-то особенное, потому что эти лайнеры по-настоящему эксклюзивные. Потрясающие каюты не уступают лучшим номерам в лучших отелях мира. Вы все от менеджера ваших филиалов получили приглашение на участие в еще одном вызове. Вызов, который перед всеми поставили наши сооснователи Роберт и Йонас Афьокник. Они собственноручно выбрали потрясающие ювелирные украшения, которые получит каждый, кто перевыполнит свою квалификацию на юбилейный круиз. И для этого у каждого из вас есть индивидуальный план. Помните, что мы уже посреди квалификации находимся прямо сейчас, и у вас еще есть 10 каталожных периодов для того, чтобы выполнить и перевыполнить квалификацию. Время идет, и, пожалуйста, не пропустите это историческое событие, юбилейную конференцию в круизе. Удачи! Итак, мы с вами уже увидели, что потрясающие конференции состоятся с самого начала юбилейного года. Начнем мы в Майами, продолжим в юбилейном круизе сразу на двух лайнерах. Но что же происходит дальше? Как начнется 2018 год? Какой маршрут выбрать нам для того, чтобы следующая конференция стала еще более привлекательной, еще более мотивационной, еще более эксклюзивной? Давайте посмотрим, куда же мы отправимся на бриллиантовую конференцию 2018 года. Ну, во-первых, это место известно во всем мире благодаря тому, что здесь сконцентрировано наибольшее количество самых роскошных ресторанов в мире. Эта страна считается самой здоровой страной на земном шаре. Что еще нужно знать об этой стране? Здесь, в этой стране, отлично развита индустрия прямых продаж. Миллионы и миллионы долларов составляет оборот прямых продаж в мире. Oriflame пока не представлен в этой стране, но кто знает, совсем скоро, возможно, мы откроемся и здесь, раз мы уже проводим здесь свою бриллиантовую конференцию. Наверное, это будет хороший старт для того, чтобы закрепиться в этом регионе. Также важно отметить, что это одна из самых богатых стран во всем мире. И здесь самый высокий золотой резерв на свете. Ну и, конечно, эта страна ассоциируется с технологиями. Только мы говорим слово «технология», именно эта страна возникает у вас в сознании. Эта страна равно технология. И эта страна равно будущее. Итак, куда же мы с вами отправляемся? Давайте посмотрим. Мы отправляемся с вами туда, где находится самая известная гора в мире. Итак, конференция 2018 года Oriflame проведет в Японии.
очень важно нам с вами знать, что на самом деле мы также перенесли срок проведения бриллиантовой конференции впервые за многие-многие годы. Она пройдет не в январе, а в апреле. А почему? Потому что именно в апреле происходит цветение сакуры, что, конечно же, никто не должен пропустить из посетителей Японии. Миллионы туристов посещают эту страну именно в апреле, чтобы увидеть незабываемое зрелище. И именно поэтому мы решили перенести период проведения бриллиантовой конференции и тоже назначили его на апрель. Конечно, важно также понимать, что апрель из всего года – это самый дорогостоящий сезон для посещения туристами. Но именно поэтому мы хотим провести конференцию в этот период, чтобы вы почувствовали по-настоящему эксклюзивность этой конференции. Очень важно, что квалификация на эту конференцию начинается в каталоге номер 13 и будет длиться до каталога номер 12 2017 года. Пожалуйста, не раздумывайте долго. Начинайте квалифицироваться прямо со следующего 13-го каталога. Если вы сфокусируетесь на ваших целях, у вас получится, потому что вы точно не хотите пропустить эту конференцию. Но на этом мы не останавливаемся, потому что в апреле 2018-го у нас не только будет бриллиантовая конференция, но еще и исполнительная конференция. И она будет очень особенной. Мы добавили 3 дня к бриллиантовой конференции, и в течение этих 3 дней у наших исполнительных директоров будет потрясающая возможность путешествовать на знаменитом японском поезде в город Киото. А что мы с вами знаем о Киото? Это один из самых знаменитых японских исторических городов, который более 1000 лет был столицей Японии, и наши самые лучшие, самые высокие лидеры, исполнительные директора смогут отправиться в Киото в рамках исполнительной конференции и увидеть этот город, после чего они вернутся в Токио, где начнется бриллиантовая конференция уже с нашими бриллиантовыми директорами. Помните, что квалифицируясь на исполнительную конференцию, вы получаете возможность путешествовать туда со всей вашей семьей, получая сразу 4 путевки в апреле 2018 года. Огромное количество интересных активностей ждет вас. ТОП-15, круглый стол с топ-менеджментом и Магнусом, замечательные мероприятия, а также, конечно же, экскурсии по Токио. Также не забудьте, что квалификация начинается со следующего каталога. Начинайте уже сейчас. До встречи в Японии. Но, конечно же, огромный вопрос, который сейчас интересует абсолютно всех наших лидеров, следующий. А будут ли дальше продолжаться менеджерские конференции? И состоится ли менеджерская конференция в следующем, 2017 году? Наша инициатива проведения менеджерских конференций нашла отклик в сердцах всех наших лидеров. И очень важно помнить, что мы единственная компания, которая организует конференции для такого уровня лидеров. И давайте вспомним. Мы начали инициативу менеджерских конференций 2 года назад, объявив квалификацию на первую менеджерскую конференцию в Египте. Когда она состоялась, она собрала 2100 участников. В этом году мы разделили конференции. Одна волна пройдет в Анталии для определенных стран, а вторая в Сочи для других стран региона. Важно помнить, суммарное количество квалифицировавшихся на эти конференции превышает прошлогоднее более чем в 2 раза – 4500 людей. Столько менеджеров повысили свой уровень и узнают, какими мотивирующими и вдохновляющими могут быть путешествия с Oriflame. И осталось совсем несколько недель буквально до начала этих конференций. Мы готовы вам пообещать, что это будет что-то невероятное, что-то незабываемое. Что-то, что будет мотивировать всех участников этой конференции и воодушевит их показывать дальнейший рост по
плану успеха. Итак, состоится ли конференция менеджеров дальше, в 2017 году? И ответ – да. Менеджерская конференция состоится и в 2017 году. Viva Victoria, viva la diva Afrodita. Viva la diva, viva Victoria, Afrodita. Ну что ж, наверное, теперь я похож на него. Спасибо вам огромное, но, пожалуйста, смените вашу розовую кофточку, она мне не нравится. Итак, конечно, у вас возник вопрос, может быть, не такой сложный. О какой же стране мы говорим? И куда мы отправимся на менеджерскую конференцию в 2017 году? Ну, для начала я вам сделаю несколько намеков об этой стране. Во-первых, страна известна благодаря своим золотым пескам. Эта страна также известна благодаря розам, большому количеству роз, которые есть в этой стране, и особенно розовому маслу, которое очень дорого ценится. А также страна известна благодаря своей уникальной и самобытной кухне. Итак, о какой же стране мы говорим? Конечно же, мы говорим о Болгарии. И именно туда наши менеджеры отправятся в 2017 году. Я хочу, чтобы все вы были там. Если говорить о правилах, то основные правила очень простые. Вы растете по менеджерской лестнице успеха, и вы одновременно с этим рекрутируете. Вот и все. Ну, а уже на нашем сайте онлайн вы найдете подробные правила квалификации на менеджерскую конференцию. Ну и, как всегда, мы даем возможность директорам присоединиться также к менеджерам на этой конференции. Просто помогите менеджерам вашей персональной группы квалифицироваться на эту конференцию. Еще раз, все подробные правила вы найдете на сайте. Очень важно помнить, квалификация начинается уже сейчас, начиная с каталога номер 12, то есть уже 2 дня конференция продолжается. Не теряйте время, не теряйте ни одного дня. Вперед, начинайте рекрутировать, начинайте расти, потому что вы хотите быть на менеджерской конференции 2017 года. Увидимся с вами там. Спасибо. Итак, в ближайшие 2 года мы с вами сможем увидеть почти весь мир. Как вы уже знаете, мы начнем с мега-конференции, которые пройдут в Турции, в Анталии, а также на Кипре и в Сочи. В январе следующего года мы начнем юбилейный год с потрясающей конференции в Майами, во Флориде, в США. Потом снова переместимся в Европу, где нас ждет потрясающий круиз по Средиземноморью. Далее пройдет менеджерская конференция в Болгарии, а в апреле 2018 года наши бриллиантовые исполнительные директора увидят Японию. Встретимся на конференциях Oriflame.